Всем привет, ребятки, мы канал Рисунки эти горки, и сегодня будет обзор на слайм. Да, на слайм. Вот так вот, видосов уже не выходило очень много месяцев, я бы даже сказал. Вот тут сделаю фоточки, такие типа моменты, сколько уже видео не было. Поэтому сегодня я сделаю такой небольшой обзор на слайм. Он, сразу говорю, видос будет очень интересным, насыщенным, да. Вот, и очень, ну, очень будет весело, прикольно, красиво и антистрессово. Ну, подписывайтесь на канал, ребят, и мы начинаем. Вот, сейчас я вам покажу крышечку от слайма, очень красивую. За рекламу мне не платили, так что я забрюлю все названия тут, которые есть, а их тут три. Потому что, ну, мне за рекламу не платили, ничего не предлагали. Так что, вот, полюбуйтесь, посмотрите, какая красивая. Так, дальше я хочу показать вам. Я была, кстати, на день рождения у своей подруги-одноклассницы. Поэтому, вот, посмотрите. Во-первых, как красиво написано. Привет, меня зовут Егор Неон. Неон — это вид слайма, а если поточнее быть, то Джелли Неон. Ну, конечно, Неон, конечно. Вот. Сейчас я дождусь, пока он выльется полностью весь. Ну, полностью вряд ли получится. Будем пытаться все такое делать. Очень мягкий и пахнет вкусно. Короче, там можно было добавить аромат, ну, цвет, конечно, выбрать материал, ну, то есть какой слайм будет, жесткий, липучий, вот у меня липучий. Дальше я выбрал запах малины и драконьего фрукта. Сейчас это фоточку добавлю, чтобы вы понимали, ну, как выглядит драконий фрукт. Сейчас надо будет дождаться. Ждем. Ладно, ребят, для вас пройдет это буквально секунда, а для меня целая вечность, потому что пока он вытекает, можно все что угодно сделать. Увидимся через секунду. Для вас прошла секунда, а я вот попытался вытащить на максимум слайм. И что я узнал из вот этой вот минуты, из этой, то, что слайм, вот именно этот вид, нельзя полностью вытащить из банки. Вот, ну, невозможно. Я сейчас, конечно, поставлю за кадром, ну, чтобы просто вытекало немного, но это, ну, практически невозможно. А тем временем вот у нас слаймик такой вот сам по себе. Прикольный, тянучий. Пахнет. Очень мягкий, холодненький такой. Почти, ну, почти не липнет. Ну, хотя странно, потому что он липучий должен быть. Слайм очень такой, на ощущение приятное, расслабляет сразу же прям. Вот. Смотрите, какой красивый такой. Вот такой тянется. Если его, правда, перетянуть, то можно... О, красиво. Если его перетянуть, то можно... Он не хочет перетягиваться. Короче, если резко вот так потяну... Ну, ладно. То он может так разбиться, ну, в смысле, резко оторваться и разорваться на две части. На две или более части. Дальше, кстати, нам дали на выбор... Выбрать, что я сказала только что. Вот одно из украшений. Ну, там, этот чарм какой-то. Ну, короче, вот, я выбрала вот такой вот красивый цветочек. Вот, посмотрите. Поправка на монтаже. Камера не хотела фокусироваться. Ну и... Собственно, закидываем вот сюда вот. Все
вот так вот закрываем. И вот игра тоже, например, попытайся достать игрушку. Ну, вот эту вот. Прикольный, очень слайм, такой на ощущение приятный, я это уже говорил, но я повторюсь, это очень расслабляет просто, красиво очень, такой красный. О, тут, кстати, даже вот на освещении, у меня тут свет, день, весна, на освещении даже немного лавой кажется, как будто лава течет вот так вот, ох, красиво очень. Так. Ну вот, его можно пожмякать, потянуть, хотел я сказать. Так, не надо рваться. Нет, не надо рваться. Оп. Вот, ух, какой длинный. Вот это да. И до сих пор не рвется, кстати. Оп, оп. А! Падение слайма. Все нормально. Ну, вот такой вот, подписчики и те, кто просто пришел на мой канал. Вот такой получился обзорчик. Очень такой прикольный, красивый, интересный. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если у меня получится их открыть, конечно. Я буду прям стараться, пытаться. Ничего не обещаю, конечно. Может, будет этот логотип комментарий закрыть или YouTube детям. Ладно. А вот. А тем временем у меня ничего не вышло. Все. А вот. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, я повторюсь. И я скажу это много раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!